С 1 апреля социальные пенсии в регионе вырастут сразу на 10,3%. Таким образом, ежемесячные выплаты увеличатся на 1113 рублей и составят 10 725 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам увеличится на 1614 рублей и составит 17 287 рублей. А вот размеры пенсии 13 граждан-инвалидов вследствие полученных на войне травм и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличатся почти на 5 тысяч рублей, составит чуть более 52 тысяч. Будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты и отдельным категориям граждан. Ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, героям Советского Союза и другим на 5,5%. В августе этого года Пенсфонд проведет беззаявительную корректировку страховых выплат работающих пенсионеров. В нашем регионе получатели пенсии являются граждане. Большей частью это пенсии по утере кормильца, небольшая часть получателей пенсии по инвалидности, по старости, также участники инвалиды Отечественной войны, вдовы погибших военнослужащих, родители, получающие пенсии за детей, которые погибли в период прохождения военной службы. Круглым сиротам увеличение составит более 1300 рублей, детям-инвалидам 1600 рублей среднее увеличение. Но и в зависимости от того, какие пенсии получают наши остальные категории, значит, 10% составит общее увеличение.